Коли розпочався Майдан, Оксана Чорна була у відрядженні за кордоном. Жінка з болем у серці спостерігала за подіями в Києві. Вона не могла повірити, що гинуть люди. В феврале не була вообще в стране, и когда я смотрела то, что происходило, то, что снимались мои друзья, и как они отписывались мне онлайн, я живой, я живой, я живой, а потом я видела эти десятки убитых, и у меня было внутри такое чувство, что я должна быть на Майдане, я не то, что на Майдане, я должна была быть там, я должна помочь им. Після Майдану старший науковий співробітник Академії наук як волонтер почала допомагати бійцям на Сході. Оксана збирала гроші і закуповувала все необхідне для фронту. Я бачила, що моє присутствие просто серед мужчин как-то їх мотивує, піднімає їм дух, тому що 14-й рік був взагалі дуже складний, було складно зовсім, з боєкомплектом, з вооруженням, ніяких, були великі проблеми з перебої з поставками їжі. Було несколько случаев, когда мне боец высылал фотографию каски и говорил: «Спасибо, я живой, потому что на мне была твоя каска». Вже на початку літа, коли на Донбасі було найгарячіше, жінка добровільно взялася вивозити з поля бою поранених. Если бы со мной что-то случилось, соответственно, у офицеров были бы большие проблемы. В связи с этим я решила, что надо наши, так скажем, отношения узаконить. И я попросила отношения у тогдашнего комбрига 28-й бригады, и уже по отношению была мобилизована в шестую волну мобилизации в конце июля 2015 года. Медициной я так увлеклась, как в порядке первой помощи, потому что участвовала, была на Майдане и видела, что это необходимо, поэтому закончила курсы Красного Креста, достаточно длительные и хорошие в Польше, и как бы вот это все мое медицинское образование. Спершу хвилювалась, чи подолає стрес, дивлячись на поранених та вбитих побратимів. Втім, перший виїзд засвідчив, що в екстремальних ситуаціях вона не втрачає стійкості. Я не панікую. Я просто стараюсь максимально ефективно оказати першу допомогу і максимально швидко доставити раненого непосредственно в больницу. Для меня сначала было важным довести человека живым. То есть, если он попадает ко мне в машину 300-м, он должен доехать живым. И так получалось. Походу, если мы забирали раненого, мы его всегда довозили. Оксана с гордостью розповідає про свій санітарний автомобіль. Бійці лагідно називають його «бусинка». Завдяки цій машині було врятовано десятки життів. Каждый день это помощь людям. И я знаю, что это все пафосно звучит, и все это, Но для меня это важно. То есть, если я выезжаю ночью на какой-то вызов, я чувствую, что этот день прошел не зря, что кому-то была оказана помощь. Евгений Силкин, Володимир Кухарский, Чащи.